Хорошо, родные. Итак, мы пойдем с вами в Слово сегодня. So today we're going to head into the Word. И перед тем, как я пойду, давайте благословим всех, кто с нами в онлайн. But first, let's welcome our online audience. Добро пожаловать, дорогие. Welcome, beloved. И сейчас я хочу затронуть очень важную тему для каждого христианина. And today I want to touch upon an important topic for each Christian. Вы знаете, Библия очень часто упоминает одну из таких фраз. Обновление ума, трансформация мышления, Bible новая жизнь. Frequently talks about renewing your mind, starting a new life. Почему нам даны все атрибуты в Иисусе Христе, но очень мало людей входят в это? Why are we given all attributes in the Christ, but few enter into them? На пути к твоей обетованной земле во Христе есть ум. On the path to your promised land in the Lord, there is a mind. И если этот ум, пойми, что когда ты рождаешься свыше, ничего делать не надо. Ты родился свыше, тебя Христос родил свыше. Но ум — это твоя обязанность трансформировать. When you're born from above, Christ does that to you, but it's your responsibility to transform your mind. Библия нигде не говорит, что как только ты родился свыше, пуф, и твой ум новый. Nowhere in the Bible it says, as soon as you become a born-again Christian, poof, and your mind changes. Наоборот, Павел опять и опять пишет, да сколько раз вам говорить, и тем, и коринфянам, и римлянам, и евреям, да сколько вам говорить, вы до сих пор это, вы должны быть там. Понимаете, о чем я? Paul writes over and over again, how many times do I need to tell you and repeat myself? И когда ты читаешь, особенно апостола Павла в Новом Завете, он постоянно пытается помочь им обновить ум разным церквям, разным странам, разным нациям. And especially when you read about Paul, he's constantly trying to help different nations to transform their mind. И вы знаете, Бог проговорил ко мне вот на этой неделе. Он говорит, сынок, я хочу, чтобы ты не просто говорил об этом, а показал людям ключи, как обновить ум. And God spoke to me about this topic this week of how to renew your mind, the keys. Ты хочешь узнать вот эту тайну, как вот из моего ума перейти в ум Христа? Do you want to know the secret to how from my mind I transform to Christ-like mind? Сегодня слушай очень внимательно, потому что вы меня знаете, я человек практик. Я не люблю говорить то, в чем я не живу и что не работает. So pay attention today. You know I'm a practical person. I like to speak on the things that I've experienced, the things that work. И тема сегодня так и называется: как обновить свой ум. So that's the topic of the day, how to renew your mind. Вот эта коробочка. This box. Не бесы, у тебя не с бесами проблема. You don't have a problem with the demons. У тебя не с деньгами проблема. Or finances. У тебя с головой проблема. The problems with your mind. Your head. Ну, знаете, о чем я. I mean, you get my point. Итак, дорогие, начнем с такого простого места из Библии, которое все знают, и я начну сейчас строить фундамент, и потом мы построим с вами к концу служения здание. We're going to build the foundation in the beginning, and towards the end we will have our building. Итак, давайте прочитаем место из Библии Римлянам, 12 глава, 2 стих. So let's read Romans 12, verse 2. Очень известный стих. Я прочитаю первую половину стиха. Вы знаете, о чем речь идет. You are all familiar. И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. И там дальше вторая половина стиха, вы знаете, да, чтобы познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. То есть там очень много чего описано. Но сам ключ – не сообразуйтесь, но превращайтесь в полное обновление, через полное обновление ума. And the key here is that don't copy the behaviors and customs, but transform your mind. И вот здесь все и подвисли. So this is where the hang-up is. Павел, ты сказал что? Paul, you said what? Ну ты не сказал как? But you didn't say how. И ты как бы, да-да-да, хочу, ну как? Like, I want to, but how? Amen? Ну Бог специально так сделал, чтобы не на тарелочке, ты должен искать, чтобы найти, ты должен стучать, чтобы открыли. But that's the intention for you to pursue, for you to knock, so it'll be opened. Бог нигде не валяется на тротуаре, и ты нечаянно шел, и нашел его, как бычок недокуренный. Бога надо искать, чтобы найти. Кто-то понимает? You don't find God randomly, like an ashtray on the ground. Ты не наткнешься на Бога, как на что-то, что нечаянно, что-то валяется. О, Бог, окей, приятно познакомиться, Андрей. You can't just have this random encounter with him.
Что-то должно произойти в твоей жизни, что начнет влечь, что начнет менять тебя, тянуть. Ты должен искать его, чтобы найти его. Something has to happen in your life for you to pursue, for you to chase, for you to pull on him. Почему столько людей? И ты говоришь, как они до сих пор Бога не знают? Потому что никто внутри твоего сердца должен быть позыв к Богу, чтобы он начал открываться. Бог говорит, Библия говорит, сделай шаг, и я к тебе отвечу. Я тебе два шага навстречу сделаю, своими словами. The Bible says you take a step and I take two towards you. Okay? Итак, что такое обновленный ум? So what is a renewed mind? Как на практике это работает и как обновить ум? How is it practical? How do you renew your mind? Сегодня я отвечу на эти вопросы четко, практически из слова и из личной жизни. We will have the answers to these questions. Как в действительности перейти от концепта обновленного ума к практике? How do you go from the concept of renewing your mind to practicality? Все мы знаем слово, все мы знаем, как надо делать, но почему не работает? We all know the word, we know how to, but we don't. Мы знаем, что здоровье наше, финансы наши, все в Боге наше, все это наше. Но оно у кого-то, но не у меня. We know that all of ours is God's, but it's somewhere else and not with me. И вот здесь, дорогие, включается вот эта коробочка. So this is where the box gets turned on. Вначале нам необходимо понять. Давайте сразу с самого начала начну фундамент выкладывать то, как работает мозг человека, и потом пойдем, как это все изменить и преобразить. Let's start with how the mind works, and then we will head into how to change it. Многие, я сразу говорю, эти вещи, которые я сейчас буду говорить, это взято очень серьезных и глубоких трудов людей, которые изучали мозг, как христиане, так и обыкновенные ученые. This comes from the people who spend their life researching secular as well as Christians. То есть это факты, которые четко показывают то, как работает мозг человека. Это доказано, изучено уже давно. These are facts that prove how the human mind works. Окей. Ум человека, как он работает? The human mind, how does it work? В нашем мозгу все движется через шоссе, которое мы выстраиваем в процессе нашей жизни. Everything in our mind moves as on a highway that we build throughout our life. Наш мозг, когда его подключают под приборы, напоминает внутри электронные сигналы, электрические сигналы напоминают деревья. It's an analogy of thinking of it as a tree. Сначала идет ствол, потом ветки, потом маленькие ветки, и потом уже там плоды, листики и так далее. At first you have the trunk, then you have the branches, then the trees, and then the fruit. То есть и вот это вот, если вот просто быстро глянуть на монитор у человека, который подключен под этот прибор, ты видишь, как работает мозг. Зажигаются деревья. Одно дерево, второе дерево пульсирует, зажигаются. If you look at like on an MRI, you'll see all these different parts of the human mind lighting up. Когда ученые смотрят на мозг человека, который подключен, да, он напоминает именно вот, как будто как живое дерево. It's as if it's a living tree. Затем они начали делать опыты, задавать вопросы, подключать человека под приборы, видеть его реакцию, показывать ему разные картинки. Я целую передачу смотрел насчет этого. Уникальная передача. I was watching a documentary on it. It was very unique of how they would ask questions and try to stimulate and trigger the person and see how their mind responds. И они говорят, мозг человека работает так. С самого детства мы начинаем прокатывать дорожки. And they say from the beginning, from a childhood, we start to have these pathways. Все что-то твоя жизнь с чем-то связана, с разными историями, вещами, переживаниями. И мы начинаем протаптывать с самого детства, сначала тропинки. From the stories of our lives, our experiences, we start to kind of create these trails. Чем больше мы ходим по этим тропинкам, они превращаются в дорожки. And the more often we use a trail, they turn into kind of more of a road in a way. Да, дорога. И когда мы действительно, когда человек действительно что-то утвердилось в его сознании, это уже шестиполосное шоссе, огромное, толстое, укатанное шоссе. And when something's been confirmed in their life, then it turns into this six-lane highway in their mind. И они говорят, то, в чем человек пребывает, то, чем он занимается больше всего, то, что у него происходит чаще всего, это выражается в огромной дороге, которая как ствол дерева. And they say the most repetitive habits that a person has, it turns into this huge tree trunk. Он говорит, это говорит о том, что эта мысль, эти вещи, эти переживания утверждены долгими годами в жизни этого человека, в сознании все утверждено. It means that these roads and these experiences have been reconfirmed in this person's life. И вот здесь вот эти крупные дороги, все по ним движется без напряжения, без противостояния. Это говорит об утвердившейся мысли в нашем сознании. And things move without opposition in our mind on these roads.
Но есть маленькие тропинки. Они говорят, мозг еще говорит, это большие деревья, и говорит, мы видим маленькие тропиночки. And then there are smaller trails in our mind. Это, говорит, те вещи, которыми человек очень редко занимается или не занимается вообще. Are the things that we do rarely or really never at all? Вы заметили, почему первый раз тяжело садиться на машину, а сейчас ты приехал в церковь, ты даже не помнишь, как завел машину, как все тормозилось и как ты запарковался. Ты встал и говоришь, о, я в церкви. I mean, try to remember when you first started driving and look at you now, you don't even think about it. Заметь, когда ты начинал ездить, эта тропиночка в твоем сознании была настолько непротоптанная, она с напрягом шла, тебе было страшно, плохо, ты не спал перед тем, как знал, что надо машину заводить и ехать. I mean, do you remember how nervous you were, you know, to get in your car at first? Это не проблема твоего тела, это проблема того, что в твоем уме нету выстроенного дерева. Кто-то понимает? That's not the problem of your body, it's the problem of your mind, because you don't have that paved road yet. Да, нету этой дороги, и чем дальше, тем все становится мощнее, и вот это называется водитель профессионал, у которого все стоит на автомате. Он даже не задумывается. Почему я это говорю? Я хочу, чтобы ты понял, как все работает, потому что без этой информации ты не поймешь, как все трансформируется. И эти тропиночки маленькие, это малоиспользуемые дорожки. Это мысль, которую тебе ты что-то там захотел сделать, и потом плюнул, и потом через два года опять к этой мысли вернулся. То есть это непротоптанные дорожки. And these little trails are like thoughts, random thoughts you get, but you don't follow up on them, and then again you get them like a year later. Хорошо, и сейчас вот внимание, сейчас я начинаю потихонечку строить. So here let's pay attention and lean in. Знаете ли вы, что существует такой закон, закон этот называется закон первого упоминания. You know, there is a law of first reference. First mention. First mention. First mention, да. Или reference, I don't care. Самое главное, чтобы до тебя дошло. The most important thing is you get the point. Reference, mention. Да, получается, закон первого упоминания. То есть, как только ты что-то слышишь первый раз в своей жизни, неважно что. As soon as you hear something for the first time in your life, regardless of what it is. Вот сейчас будь очень внимательным, потому что здесь очень большое, мне нужно твое предельное внимание сейчас. So really pay attention here. Этот закон объясняется так. Сейчас я объясню, что представляет собой этот закон. I'm going to explain this to you further. Когда мы слышим что-то о ком-то, о чем-то, о ситуации, неважно любая информация, в первый раз, вот первый раз ты слышишь, тебе подошли и сказали, вот этот человек такой, 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 такой. When you hear information for the first time, like when someone comes to you and says something about somebody else, ты не знаешь, ты ничего не проверял, да тебе и не надо проверять. Это называется закон первого упоминания. Тебе рассказали историю о ком-то, о чем-то. You know, that's the law of that first reference, is someone told you a story about someone else. Сразу скажу, в твоей голове прокладывается тропиночка насчет этой личности или ситуации, и эта тропинка устелена первой информацией, которую ты получил. And immediately you get this trail in your mind about this person based on that information you received. И теперь все, что тебе будут говорить об этом человеке, об этой ситуации, о том моменте, все будет проходить всегда через дорогу первого упоминания. And now when you hear information about that person again, then it'll kind of follow that same trail, that original trail. Вот почему тяжело перестроиться, что человек хороший, когда тебе сказали первый раз, что это очень плохой человек. That's why it's so hard when someone tells you for the first time that that is a bad person for you to change your mind, that they're good. Потому что твое сознание теперь должно идти предназначено против закона первого упоминания и сражаться с первой информацией. Кто-то Because понимает? Because your mind has to go against that first reference and kind of oppose it. Мы сейчас доберемся до Люцифера, который... Как его имя? We're going to talk about Lucifer, whose name is what? Отец чего? Father of... Неправильных дорожек. The wrong paths. Вы кто-то понимает? Я когда-то задал бы вопрос, почему сатана из всех грехов выбрал... А имя его отец лжи. Почему отец лжи? Why is his name the father of lies? Отец блуда, отец гордости, отец чего угодно можно. Почему отец лжи? Out of all the sins he could have picked, why is it lies? Медуз это объясняет, потому что это самая главная вещь, на которой базируется все в твоей жизни. Если в тебя впустили ложь, теперь ты по этой тропинке будешь ходить всю свою жизнь. And that's because everything is based on that information in your life. If you're put on the wrong path, your whole life will follow that. Вот почему нас слушают тысячи людей, которые связаны религией, но закон первого упоминания не позволяет им выйти из того, что они знали с самого детства. That's why majority of our audience are religious, but they can't go against what's been embedded to them in them as from childhood.
И им еще сказали, не дай Бог, ты пройдешь против этой информации, ты против Бога идешь. If you go against this information, it's like you're going against God. Вот почему так тяжело и практически невозможно выйти из-под духа лжи и религии. That's why it's so hard and almost impossible to come out of that. Потому что теперь ты информацией должен сражаться с той информацией, которая с самого детства вбивалась в твое сознание. Because now you're in a fight with the information that's been in your consciousness from childhood. И всем вам, дорогие, всех, кто здесь и там, я хочу отдать честь, потому что большинство из вас победили вот этот закон первого упоминания религии. And I want to give honor to those of you who are here who came out of that, who beat it. Ты сказал нет, а я проверю сам. Нет, что ты делал? Ты воевал с законом, вбитым в тебя с детства. You start questioning things in your life and opposing the law that's been embedded in your mind from childhood. Вот почему фарисеи не могли принять Христа, потому что в их мозг с детства вбивалось, что, ну, что это точно не Христос, потому что им вбивался другой имидж Бога. Because that's why the Pharisees couldn't accept Jesus is because they had a different image of him in their minds. Вопрос, как можно стоять перед Христом и называть его дьяволом? How can you stand in front of Christ and call him the devil? Были люди, были фарисеи, книжники, были все эти люди. I mean, this is real stories. Дорогие, потому что поймите, насколько силен закон первого упоминания. It's such a powerful law of that first reference. Вот почему кто-то должен войти в нас, жить в нас и перерисовать, стереть, delete, cancel то, что у нас было в сознании. That's why someone has to come into our life and delete and cancel what was in our consciousness. Прямо сейчас. Right now. Многие из вас сражаются с многими законами первого упоминания в вашем сознании. Many of you are battling with these laws of that first reference in your consciousness. Некоторые до сих пор из-за сплетен и грязи в мою сторону не способны слышать слово из этого места, потому что они отравлены законом первого упоминания. And some people still are not able to listen to what's coming from the stage because they're kind of. Твое сердце тебе говорит это оно, а мозги говорят тебе пробуравленная религия, не беги, ноги в руки, беги. Because they're so dependent on that. Their hearts want to be here, but their minds say no. Кто-то понимает, о чем сейчас речь? Are you understanding the topic? Я сейчас закладываю фундамент, дорогие. Я сейчас просто говорю вам, как все работает. Мы сейчас подойдем к тому, как все меняется. This is building the foundation, how things work, and we will talk about how things change later. Okay. Итак, закон первого упоминания. От этого момента и далее мы все видим через призму или фильтр закона первого упоминания. So этот человек, теперь мы смотрим на него через этот фильтр. Everything through this filter of that first reference, that's how we see the world. Это как на тебя одели розовые очки. Теперь it's у тебя все будет розовым. It's like pink glasses, pink filtered glasses. Все будет с розовым оттеночком. Everything has that tint, pink tint. Все будет иметь розовую подсветочку. Kind of a pink hue, if you will. И вот это то, что Бог хочет сделать. Он говорит, я хочу изменить, я хочу исцелить тебя. Я хочу стать твоей истиной, а не то, что тебе преподали и вбили в тебя. And that's what God wants to do. He's like, I want to be your truth instead of what was given to you or taught to you. О, приготовьтесь, я хочу забежать вперед, я не буду. Но ты будешь очень счастлив, когда дойдешь до конца этой темы. So brace yourself, you will be very glad when you make it to the end of this teaching. Итак, первая информация создает первую дорогу в нашем мозге. So first information creates that first pathway in our minds. Теперь, после чего теперь вся информация насчет чего-либо двигается исключительно по этой дороге. And after that, whatever information comes exclusively moves on that path. Ученые говорят, что твой мозг не будет строить другую тропинку насчет этой ситуации. Твой мозг теперь будет исключительно двигаться всегда по этой дорожке, и ее нужно изменить, чтобы изменилась информация. Your mind will not create new pathways. It moves on that same predicted pathway, so you have to change it. Семья, поймите, секрет не в том, что ты слышишь. The secret is not in what you hear. Помните, Иисус сказал, замечаете, как вы слышите? Не что вы слышите. Remember, как? Jesus said, notice how you're listening, not what you're listening to. Что Иисус сказал? Видя, не. Видят, слушая, не. Слышат. Seeing, you're not seeing, hearing, you're not hearing. Вот вам закон первого упоминания, о котором сам Иисус Христос говорит. Потому что теперь вы видите абсолютно не то. Это не то, что вы видите, а как вы видите. Кто одел фильтр твоего видения этой ситуации? It's not what you're seeing, it is how you're seeing and who gave you that filter towards the situation. Я всегда говорю, если это не твоя личная информация или открыто тебе откровение от Бога, все ставь под вопрос. Всех ставь под вопрос. And I say question
everything and everyone unless God himself revealed and opened that to you. Мне сказал человек, которого я уважаю. Ставь под вопрос и его. Even if someone you respect speaks something into your life. Хочешь выжить в этом жизни и стать победителем? Все ставь под вопрос, кроме Духа Святого и Иисуса Христа и Отца. Кто-то понимает? Victorious in this life, you have to question everything except for the Holy Spirit. Как бы я ни уважал этого человека, я слушаю его, но, дорогие мои, секрет в том, что я не позволяю ему проложить дорогу в моем сознании насчет этого человека. Я всегда говорю, как услышу остальную информацию, свяжусь. No matter how much I respect this person, I still question the information that they speak into my life regarding someone or something. Когда мы с вами говорим с друг другом, мы всегда одеваем автоматически, подсознательно очки, как мы видим на другого человека, с которым мы разговариваем. When we communicate with each other, we automatically put these glasses on when we interact. И очки могут быть хорошие, очки могут быть плохие. То есть мы всегда, мы несем часть себя, а значит фильтр, который мы имеем. These glasses can be good or bad because we bring a part of ourselves, so we do have that filter. Вот почему я говорю, когда учитель учит, все должно подтверждаться истиной, живущей внутри тебя. Все отсюда должно дублироваться внутри тебя. That's why I say everything that comes out of the stage has to be reconfirmed in you from your spirit. И когда Иисус говорил с фарисеями, он говорит, два свидетеля свидетельствуют прямо сейчас. Отец Небесный и я. Я говорю отсюда, Отец Небесный внутри тебя подтверждает истину изнутри тебя. And when Jesus said, when I speak, there's two witnesses, the Father in me and the Father reconfirms what I say in you. И я знаю, что ты мне говоришь истину, потому что она прозвучала раз и прозвучала два. Because I know you speak the truth to me because it sounded right once and then twice in me. При двух свидетелях before two witnesses. Будет истина всякое слово. Иисус говорит, я знаю, что вы не от Отца, потому что Отец в вас не подтвердил мою информацию. Вы дети дьявола. Кто-то понял это место? He says, I know you're not from the Father because it was not confirmed in you from the Father. Как я знаю? Бог в них не подтверждает, а значит, это не моя семья. How do I know that God in them does not confirm, meaning that it's not my family? Я бы сейчас пошел в другую тему, но не пойду. I'm detouring a little bit here. Знаете, как у учителя у меня есть искушение по разным тропинкам побегать. I'm inclined to run on different pathways. У меня есть моя дорожка, я по ней пробегу сегодня. But I have my own and I will follow it. Ты берешь что-то для себя уже сейчас? But are you getting anything for yourselves here? Хорошо. Иисус достоин всей славы. Amen. Jesus is, all the praise goes to him. Первая информация создает шоссе, по нему все двигается. First information creates that highway where everything moves on. Кто видел небольшой фильм Советского Союза «Черно-белый», где садили учеников и потом показывали фотографию. Два зала учеников. Переведи, пожалуйста. There's this movie where they sit students down and there's two audiences. Это настоящие съемки института. Два зала, в двух разных залах сидит где-то 50-80 учеников и в другом зале 50-80 учеников. There's two halls, about 50-80 people in each, students. На экране показывают и в том зале одну фотографию одного и того же человека. They put a picture up, an image of the same person in both halls. Здесь же выходит учитель и в одном зале говорит, это монстр, убийца, сериальный убийца. Он уничтожил, убил и покалечил много женщин, много людей убил. And in one hall, a teacher comes up and says, this is a murderer, serial killer, horrible, horrible person. Я уверен, некоторые из вас, кто видел этот маленький? Probably some of you have seen this. This is actually a documentary, Slavic. Посмотрите, меня это шокировало. I mean, it's really, it's worth to view. Учитель поднимает и говорит, опишите, пожалуйста, этого монстра. And the teacher says, this is monster. Встает девушка и говорит, у него злые глаза, у него ужасное выражение лица, он страшный и опасный, по нему прям видно, что он опасный. A woman gets up from the audience and says, this is a horrible person, he's dangerous, you can see by the way he looks. В другом зале показывают ту же самую фотографию, говорят, это прекрасный человек, он вырастил детей, он педагог или я не помню, или учитель в институте, то есть очень высокая, классная фигура, очень весомый, приятный, прекрасный человек. And then in the second hall, they put up the same picture and say, this is a respectable individual who does a lot of good deeds. И в этом зале поднимают человека и говорят, пожалуйста, опишите его. Те же самые глаза, где назывались полное зла, здесь говорят полное добра, любви и мудрости. Те же самое лицо и те же самые глаза. Then you have another member of the audience speak positively about his features. И знаете, меня цепанула эта информация. А оказывается, это не то, что ты видишь. And it's interesting because it's not what you see. То, что ты видишь, вообще не имеет никакого значения. Кто тебя предрасположил? И вот почему Люцифера зовут отец лжи.
It's not what you see that's irrelevant. It's how you see it. Who creates those inclinations, predispositions in you? And the devil is the father of lies. Потому что даже сидя в церкви, мы смотрим на Бога и на Его тело глазами этого мира. Кто-то понимает? Being in church, we view Christ and His body through the eyes of this world. Семья нам нужна тотальная реформация. We need a total reformation. Кто-то слышит меня? Тотальная реформация. Бог хочет. Можем ли мы позволить Богу, которого мы не знаем, вместить и дать Ему двигаться? God wants to, but can we allow the God that we don't know to be in us and to move through us? Вот оно как бывает. That's how it is. Поймите, семья, это не то, что ты увидел. It's not what you've seen. Я заметил, вы знаете, у меня часто такие мысли посещают. А вижу ли я правильно? Вот почему Давид говорит: «Испытай меня, Господи». Кто-то понимает, что David said, «Test me, O Lord». Четко написано: «Испытай, проверь, не на опасном ли я пути». Потому что Давид говорит: «Я сам могу стать на тот путь, который даже не понимаю, что он опасен». Because David said, «I can end up on the path that's not good for me, so test me». Испытай мои мотивы, мое сердце, как я вижу, испытай мое зрение, правильно ли я бью. Test my heart, my vision, if I'm kind of aiming for the right thing. И здесь мы приходим к главному вопросу через вот эту вещь. And here is the main question. А что если вся информация, та информация, которая в тебе насчет церкви, Бога, Библии, насчет всего, не из первого источника? So what if the information that you have about God and the church does not come from that original reference point. Знаете, когда в моей жизни начался этот путь, Бог говорит: «А сейчас я прошу тебя, это было много лет назад, высвети все, что не было сказано тебе мной через Духа Святого и через Мое Слово, и поставь все под вопрос». Many years ago, I asked God, everything that's in my life that was not spoken by you or your spirit, kind of bring it to the surface. И лет 10-12 назад Он дал мне ряд тем, которые... Помните эти темы, которые взбудоражили всех? Потому что в этих темах был брошен вызов всему. And 10 to 12 years ago, I had a series of teachings that really challenged everything. Религия меня возненавидела с пеной у рта, потому что я их святыни топором порубал. And religious people really hated me because I kind of chopped up all their foundations and strongholds. Золотого тельца принес жертву. I brought the golden calf on the altar. Я не против Бога шел, я шел против твоего золотого тельца, на котором было написано: Он вывел нас из Египта. Кто-то понимает? I wasn't going after God. I was going after the golden calf that said He brought us out of Egypt. Потому что евреи поставили золотого тельца, и они сказали: Он нас вывел. Because that's what the Jews said. Нет, дорогие мои, я хочу знать живого Бога от живого Бога. I want to know the living God from the living God. Я хочу, чтобы мне Библию объясняли не профессора с бородами, I don't want professors with long beards, а Дух, живущий во мне. Spirit living in me. Кто-то со мной. Are you with me? Я хочу знать Его лично. Уйдите от меня все, кто пытается мне объяснить Бога. Вы Его сами не понимаете. I want to know Him personally. Please get away from me if you're trying to distract me. You don't even really know Him yourself. И вот где религия сразу тебя поставит на мушку. Как только они узнают, что ты захотел лично встречаться, общаться и слышать от Бога, ты сразу будешь в прицеле религии. And this is where religion will, you will be a target for them. Им было плевать на тебя 20 лет. Как только твой ум включился, как только взял, о, и тут дорогая сестра, мы слышали, ты в заблуждение упал. They didn't care about you for 20 years, but as soon as you start questioning things, all of a sudden, they care about you. Последние 15 лет я с ведром из блевотина, она моя стала родная сестра. И мне никто не звонил. They didn't care about me back then when I was really struggling. Проститутки из дома, один мне человек говорит, вот так, говорит, эшелоном приходили, уходили, наркоту заносили. Он говорит: ни одного звонка от брата. There was one guy who was telling me he was really struggling with... Он говорит, еще на энкаунтер не поехал. Как только записался, он говорит, откуда они узнали, я сам не знаю. And he's like, I didn't even go to encounter, I just signed up, and all of a sudden the whole brigade, they all knew what I was doing. И все со мной хотят встретиться, все мне хотят объяснить, нельзя. Он говорит, а где вы были 15 лет, когда я был в рабстве, в грязи, в блуде и в наркомании? Где вы были? And he's like, where have you guys been for the last 15 years of my struggle? А, то значит нормальная жизнь, да? So I was living okay, right? Я туда не пойду. Я 10 лет назад там был. Хватит. But that was 10 years ago. So back it up. Затягиваем ручник. Хорошо.
И здесь мы приходим к вот этому вопросу. Что если информация неправильная? So the question is, what if the information is false? Итак, объясню один принцип закона первого упоминания. So we'll explain the principle here. К примеру, твой ребенок в раннем возрасте, еще до твоего разговора о том, что такое настоящий секс, встретился с порнографией, с порнофильмами, с порножурналами. К примеру. So let's use an example. Your child, who you haven't had a conversation with them about sex life properly, they encountered pornography. Перед тем, как ты еще успел. Кто-то в школе показал, ты еще не посадил его, не поговорил, он узнал об этом из извращения и грязи. You haven't had a chance to have that conversation with him, but he somehow already was exposed to that dirt and that distortion. И когда ты садишь его и начинаешь говорить о правильном сексе между мужем и женой в завете через заключение под благословением Бога, они не слышат тебя, они слышат через фильтр порнографии, который получили ранее. So by the time you actually sit down to have the talk with him about what it looks like in a situation of having a family, then he hears you from that filter of that pornography he's been watching. И теперь ему, этому молодому мальчику в раннем возрасте, вот эту дорожку нужно исправить, по которой идет, иначе не исправив ее, вся семья пойдет по этой дороге. So that path has to be corrected from the very beginning, otherwise everything, his whole family will kind of fall on that path. И вот где мы включаемся, или где Дух Святой включается и начинает переписывать, что секс — это от Бога, это чисто, это хорошо, это благословенно. Это... Но как только ты вырываешь секс из контекста завета семьи, это извращение, обольщение, блуд. So here's where the Holy Spirit comes in and brings that correction of how it is godly, it is blessed. Вы поняли. Lost the end of that. Ему нужно теперь... Поймите, опять же я говорю, дорогие, мозг не устроен так, что ты одну дорожку отбиваешь и потом строишь рядом вторую. Нет, ты должен именно трансформировать ту первое дерево, которое тебе было упомянуто в начале. So the most important thing is that you have to transform that first tree that you received in your mind. Теперь я прошу Духа Святого очистить мое сознание, чтобы мои мысли были правильные в теме секса и любви и взаимоотношений. So now you ask for him to transform your mind in the topic of sex and relationships and that covenant of the family. Можно ли все исправить? Конечно, можно. Of course, it's possible for things to be corrected and changed. Но твоему ребенку нужно теперь понять, ты должен объяснить ему, что все, что он знает, это ложь, грязь и извращение. Кто-то должен адресовать это. But someone has to address and say to this child that everything you know about this topic is false and distorted and lies. И теперь у него в голове появляются две коробочки. И вот эту в коробочку он откладывает в коробочку под названием ложь. Вот эту информацию. In his mind, he has two boxes where now he puts this information in the box labeled lies. И трансформация мозга маленького мальчика, ребенка, начинается в начале, в самом раннем возрасте. Transformation of this young boy's mindset now starts at a young age. Окей. Сделать это будет непросто, потому что теперь нужно проложить другую дорогу с другой информацией по этой дороге, которая была извращена. Тебе нужно теперь проехаться по-другому. So now this is going to be difficult because you have to like repave that original road with new healed information. Вы знаете, Соломон красиво описал это место. Давайте прочитаем притчи 22:6. Solomon beautifully writes about this in Proverbs 22:6. Притчи 22:6. Учи ребенка правильному пути, пока он мал, тогда он, став взрослым, будет идти именно этим путем. Это оригинальный перевод. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Он будет идти именно. Другими словами, тебе дано право проложить дороги первого упоминания в сознании своего ребенка. Кто-то понимает ответственность, которая нам дана? You're given the right to pave these correct pathways in your child's mind, in their life. Насчет Бога, насчет дьявола, насчет грязи, насчет любви, насчет чистоты и святости. Нам дано, как родителям, дать именно работать по закону первого упоминания. As parents, we're given that right to kind of operate out of this law of that first reference. Все, у кого маленькие дети, вот их тут масса сейчас стоит. Дорогие, пожалуйста, употребите. Не дайте дьяволу извратить сознание ваших детей. If you have little kids, please kind of take responsibility for that and don't allow the devil to distort their minds. Если ты первый не упомянешь, угадай, кто первый упомянет. If you're not going to be the first one, guess who will be? Князь лжи,
дух этого мира. The prince of lies and the spirit of this world. Ему чем быстрее, чем раньше он проложит свои дороги, потом тебе нужно и мне будет сражаться за эти же дороги, потому что они осквернены. If he's quick to pave his lying path, then we will kind of have to fight them and repave them with truth. Некоторые родители: я стесняюсь. Дьявол не стесняется. Some people are bashful. The devil's not. Я не знаю, как начать разговор. У дьявола нет проблем, как начать разговор с твоим ребенком. I don't know how to start this conversation with my child, but the devil doesn't struggle in that Поэтому way. Поэтому я умоляю вас во время информации, во время того, что дороги прокладываются, во время того, как он смотрит мультик. I mean, these pathways are being paved as he's watching cartoons. Сейчас мультфильмы смотришь. Я не понял, гомосексуализм запихан во все детские фильмы, like, мультфильмы. Homosexuality is actually now in cartoons that you see. Смотришь. And you're like, был раньше огурец, сейчас два огурца прыгают. At first it was just one cucumber, Что? Now there's like two. Что? What? Два огурца. Two cucumbers. Ну ладно, я туда не пойду вообще. Okay, not going there. Выйду из темы. We'll kind of deviate. Два огурца — это плохо. But that is bad. Two cucumbers are bad. Вышвырни все фильмы с двумя огурцами. Oh, throw them out if you have those movies. И с двумя помидорками. Or two tomatoes. Потому что Бог создал все соответствующим. Два огурца не соответствуют. And God created everything as it should be, which they don't imitate. Соответствие это колесо, это как вам сказать, это колесики в часах. Твоя ямка на мою выпуклость заходит. Вот это соответствие. Когда выпуклость на выпуклость называется разрыв моста на твоей машине, и колеса вылетают. It's like the way the clock works. Everything kind of all the pieces fit together. Шестеренка на шестеренку работать не будет. If things kind of are the same, then it doesn't work. Ямочка, выпуклость, выпуклость, ямочка, ямочка, выпуклость, выпуклость, ямочка. Не надо ямочка, ямочка. Выпуклость, выпуклость. All the grooves go in a pattern. Don't break that up. Понапридумывали. Don't start making things up. Так, все, хватит. Anyway. Еще один пример, как наше сознание вот извращено законом первого упоминания. How our consciousness is distorted with this law of first reference. Твой муж задержался на работе. Your husband's late at work, running late. Твоя первая реакция и твои первые мысли. Your first thought and reaction. Я задержусь. I'll pause here. Муж заработался. Господь, благослови его. Hey, the guy is working. Bless him, Лорд. Дай ему отдых. Let him rest. Give him rest. Реакция людей, у которых необновленный ум. Включаем поиск его телефона на аппликации, который знает, где его телефон находится сейчас. And then the mind of those who are not renewed, checking his phone. Интересно, куда занесло этого пса сегодня? His apps. Where is this dog? Where is he at? Интересно, что он мне сейчас будет говорить, где он был? Я знаю, что он был на пересечении 7-й и 29-й улицы. Что это такое? Съезжу, посмотрю! I'm following his direction here. I see where he is. I'm tracking him. I'm going to go check on him. И смотришь, едет жена. Выискивает какого-то мужа, где ему запаркована машина, и там, наверное, какая-то проститутка в машине у него сидит. Твои первые мысли. Муж задержался на работе. And you see the wife like stalking the husband, where is he at? What's your first thought? As he's late at work. Оставим эту тему. We're gonna leave that there. Move on. Дорогие, кто-то понимает, что такое вот оно, семья? But that's what we're talking about here. This is it. Ты научился доверять. Have you learned to trust? Ты научился верить даже не мужу там или жене, доверять Богу. Not even believe like your spouse, but God, trust him. Доверять его заботе. And his care. Угу. Большинство то, чему сейчас учат, это не трансформация мышления, это изменение привычек. Majority of what is taught now is not changing your mind, but changing your habits. Дорогие, нам не надо просто менять наши привычки, нам надо поменять фундамент нашего мышления. We need to change the foundation of our mind. Все, на чем строится наша жизнь, надо поставить под вопрос. We need to question everything our life is built on. Потому что моя бабушка мою маму научила, а теперь моя мама меня учит. Because my grandma taught my mom, who now taught me. Потому что все мужики псы. Because all the guys are dogs. Кто-то понимает, на чем мы строим наши семьи, жизни? But do you see where we're building the families of our lives on? Дальше. Итак, первый шаг к тотальной информации ума семья. Первый шаг. First step of total information. Первое — это знание истин Бога, знание Слова Бога, знание Его. Knowledge of His truth and His word, knowledge of Him.
Вы знаете, когда Бог избрал Иисуса Навида, Он ему такие секреты открыл, когда Он его избрал. When God chose Joshua, He opened such secrets to him. Семья, поймите, потому что когда в твоей жизни слово, все начинает строиться из правильного фундамента и видится через правильные фильтры твоей жизни. Because when the word is in your life, everything is built on the right foundation. You have the right filters that you see out of. Теперь ты выбираешь парня совершенно по-другому, чем ты выбирала бы его, если бы не было Бога и слова и знания Отца лично. Now you choose a spouse based on different criteria than you would have before. Теперь ты выбираешь свою жену совершенно по-другому, чем ты раньше выбирал. Goes for guys and girls. Теперь ты выбираешь совершенно по другим параметрам. You have a different criteria, different parameters так, to use. Давайте прочитаем это место из Библии. Очень классное место. Иисус Навин 1:8. Joshua 1:8. Слова из книги закона пусть не отходят с уст твоих. Study the book of instruction constantly. Размышляй о нем день и ночь, чтобы в точности исполнять все записанное в нем. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Смотрите, как красиво Бог говорит Иисусу Навину. Beautifully written. Тогда справишься со всем, за что не возьмешься. Слушайте. Only then you will prosper and succeed in all you do. И будешь действовать благоразумно и успешно. This is my command: be strong and courageous and successful. Не я ли заповедовал тебе быть твердым духом и мужественным? Do not be afraid or discouraged. Не бойся и не малодушествуй, потому что я Господь Бог твой, буду с тобой везде во всех делах твоих. Вот фундамент семьи. For the Lord your God is with you wherever you go. That is the foundation. В другом переводе написано: да не отходит книга сия закон от уст твоих, от мышления твоего. Своими словами говорю: строй на этом день и ночь. Another translation says: the book of instruction may never leave your mouth. Build on it. Семья, Слово Бога — это не просто советы для хорошей жизни. Это фундамент нашего мозга. Семья, не жизни, мозга. The word of God is not good advice for your life. It is the foundation of our mind. На котором все должно строиться. То есть мое первое шоссе — это Бог, Его Слово и Его истина. И все, что теперь связано в моей жизни, все по первое приходит по закону этого упоминания. The word God helps me build that highway in my life, and now all my experiences and future encounters will now be on that, based on that. Кто-то понимает, теперь... Поймите, этот закон дьявол-то знает. Он-то не изобрел ничего. Он украл Божий закон первого упоминания. The devil knows this law. He stole it. Бог знает, что если ты наставишь юношу в начале пути, этот путь, он и состарится, но не уклонится от этого пути. God knows if you put the youth on the right path from the beginning, they will not steer away from it. Нам позволяется строить святые твердыни в сознание наших детей. We are allowed, we're given the permission to bring holy strongholds in the minds of our children. Дорогие, святые твердыни, не нечистые. Holy strongholds. Итак, именно слово должно стать законом первого упоминания. So the word has to become the law of that first reference. На котором мое сознание будет строить. That my consciousness will be building on. И теперь, когда ко мне подходит человек, неважно, какие проблемы, он трясется, меня не примут, меня не полюбят. Стоп. So now when a person comes to me, regardless of their problems, и он боится, он не знает, как на него отреагируют. He's afraid of how people will respond to him. Закон первого упоминания – возлюби. The law of that first reference is love. И неважно, какие у него проблемы, все его жизнь теперь будет отталкиваться от закона первого моего упоминания. Я люблю тебя, как Христос любит тебя, потому что это закон Бога внутри меня, а проблемы — это все решаемо во Христе. Regardless of the baggage of problems they bring with them, кто-то понимает, семья? Мой закон первого упоминания — не распознай, а потом, какой грязный, очистись, поговорим попозже. The law for first reference is not like, hey, discern, and then kind of judge, and be like, hey, clean up, and then come talk to me. Закон первого упоминания – возлюби, возлюби. It's love, and then love. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Не говорится, какого ближнего, кривого ближнего, голубого ближнего, розового. Возлюби, а потом уже проблемы решать. Love God, and then love your neighbor as you love God, regardless of who they are and what they are. А у нас, знаете как, у нас видимые грехи — это а невидимые — нормально, пока. Самое главное, что не видно. The visible sins are like judgy, but the invisible, they were okay with. Фу, какое лицемерие. Such like, so two-faced. Потому что Бог точно так любит людей, которые врут, лгут и манипулируют, как и лесбиянок, и гомосексуалистов. Because точно God, так.
loves those who lie as much as he loves the people who are homosexual. Семья, поймите, возлюби ближе. Вот на чем строится первый закон упоминания. Я люблю тебя и смотрю на тебя глазами Христа. Все остальное мы поможем тебе войти в зрелость Христа. So that is building on the love of the law of the first reference is we love you, we accept you, we will help you. А грех, семья, это всего лишь ценность. Ты еще не распознал ценность в нем. Как только ты распознаешь эту ценность, ценность греха сама отступает. Кто-то понимает победу над грехом? As soon as you recognize his values, they will become then your values. Я не забираю у грешника грех. Я даю ему другую ценность, где та ценность нижнего качества отходит, и он больше не хочет с этим ничего дела иметь. I don't take the sin from the sinner. I instead give them something more valuable, and then they choose. Ты обличаешь, судишь, обливаешь грязью, или ты даешь другие ценности, а? Are you judgy, or do you give them different values? Я вообще никому не сужу. Нам не дано право вообще никого судить. Даже подозревать не разрешается. We're not given the right to judge anyone, and not even be suspicious of anyone. Моя позиция — подарить тебе ценность, ради которой ты продашь свое поле и купишь эту жемчужину. Кто-то понимает? Вот для чего поставлены учители, пророки, пасторы, евангелисты. That is why we have prophets and pastors and evangelists, so they, instead of taking your sin, they give you something more valuable, so you trade your sin for it. Не ходите, не обличайте, та-та-та-та, говорит Господь. You don't go judging people and saying, so the Lord says. Будь очень аккуратен, потому что ты палец один туда зажимаешь, а назад три смотрят. Be careful, you point one finger there, but three are looking back at you. Дорогие мои, закон первоупоминания. So the law of first reference. Кто-то понимает, да, этот закон? Are you getting it? Окей. Итак, мы двигаемся сейчас теперь к основному открытию. Теперь мы поморали, что это, как это работает. Теперь мы идем в сам процесс перемены сознания. So now we'll head into the process of changing your mind. Вы готовы сейчас услышать этот последний момент? So are you ready? Очень важно. До этого я все строил, чтобы подвести вас к этому. We were building on everything beforehand. This is the peak. Следующий очень важный закон, который нужно усвоить. Внутри твоего сознания все основывается на двух основаниях. Сейчас я объясню. In your consciousness, everything is based on kind of like two foundations. Сейчас просто запомните эти две вещи, на которых все основывается. Remember these two things. Первая — это моральная истина. First is moral truth. Вторая — это фундаментальная истина. And second is foundational truth. О, если бы ты знала, что я сейчас сказал, ты бы уже станцевал бы. Сейчас я объясню. I mean, it's worth to break out and dance for this. Итак, необходимо знать, что обновленный ум не только думает по-другому, семья, он верит по-другому, основывается на другом. A renewed mind doesn't just think in a new way, but he believes in a new way. He's based in a new. Семья, когда нам Бог сказал, это здание ваше, у нас не было никакой, у нас денег не было. Я полностью встал на эту истину и сказал, он наше, и встал на свою воду, и мы с вами все пошли по воде. When God told us this is our building, even though we had no money, we stood on that truth and we walked on water. Мы просто взяли этот риск. Дорогие, вы знаете, как вера, spell веры, знаете, по буквам? The spell of faith risk. Is risk. Вера всегда имеет внутри себя нереальный риск. Готов ли ты на риск, чтобы твоя вера могла расти и активироваться? Faith is always includes an element of risk, and are you ready to do that? Все, что комфортно, там нет ни риска, а значит, не нужна вера. Everything that's comfortable has no risk, meaning you do not need faith for it. Я не хочу жить в комфорте. Я хочу жить в вере. Я хочу видеть чудеса в своей жизни. I want to see miracles in my lives. I want to live in faith, not in comfort. Придется брать риск. Да, придется брать огромный риск. Но не это ли христианство, семья? But you can't live a Christian life without taking risks. Люди смотрят на тебя и говорят, вау, действительно, это без Бога невозможно. When people can look at you and be like, wow, it's definitely not possible to do that without God. И кому вся слава идет? And the glory all goes to him. И вот так он получает славу через нашу веру и хождение. And that's how he gets his glory through our faith and our walk. Итак, есть огромная разница между моральной истиной и фундаментальной истиной. Сейчас прыгнем сюда. Huge difference between moral truth and foundational truth. Let's dive in. К примеру, ты всегда говоришь. Сейчас я хочу, чтобы, когда вы будете слушать эти вещи, проверьте себя. Это тест вашего фундамента и ваших истин. As you're listening, this is a test of your faith and how you're hearing things. Это то, как со мной Дух Святой разговаривал. Это то, как меня подвели, знаете, просто под стену, и Бог сказал, отвечай насчет своих моральных истин и фундаментальных истин. That's when God put me up against the wall and is like, hey, you're gonna respond, you're gonna answer.
to everything. К примеру, ты говоришь, Бог позаботится обо мне и никогда не оставит меня. Хорошая истина. You say that God will take care of me and He'll never forsake me, right? Но как проверить, это моральная истина или фундаментальная истина? But how do you test if that's a moral truth or foundational truth? И здесь, бум, ты теряешь работу. Here you lose your job. Банковский аккаунт, счет высыхает. Bank account is drained. Машина поломалась. Car breaks down. И ты сидишь. And you're sitting there. И проходишь экзамен. And passing your test. И в этот момент ты локти кусаешь, звонишь людям занять деньги, злишься на Бога, раздраженный, разочарованный, расшатан. And here you are irritated and disappointed, trying to like pull connections and cover your bases. Знаешь, что я тебе скажу, христианин? And what I will tell you, Christian, то, что Бог позаботится о тебе, это не твоя фундаментальная истина. Это просто хорошая моральная истина. The fact that God will take care of you is not foundational. It's a good moral truth for you. Ты знаешь, но ты не веришь. И ты сам себе это доказал, когда был тест. You know it, but you don't believe in it, and you just proved it to yourself when you were tested. Алло? Hey. А сейчас пробегись по всем вещам. But now run through all the different categories. Ты доверяешь? Дорогие мои, фундаментальная истина – это именно ты стал. Да, в наше время это очень непопулярно. Foundational truth, yeah, it's not really popular at our time, where you stand. Дорогие мои, но наша жизнь строится именно на фундаментальных истинах. Хочу проверить, какие твои фундаментальные истины. But our life is built on these foundational truths, so let's test yours. А твоя в этом случае, твоя фундаментальная истина – я не верю Богу, я не доверяю Ему, то есть положиться на Бога я не могу в этой ситуации, и я буду сам все делать, что могу. Вот твоя фундаментальная истина в потере финансов. And in this situation, your foundational truth is that I don't trust God, I don't believe God, He doesn't have my back, I gotta do it all myself. Христианин, семья. Иисус спал. Jesus slept. Во время шторма. During the storm. Ученики знали, что их Бог любит. The disciples knew that God loved them. Они знали, что они не должны сейчас умереть. They know that they shouldn't be dying now. Но они в шоке, орали, носились по лодке, кричали: «Мы умираем!» But they were panicking, running around yelling. Иисуса за шкуру, вставай, тебе до нас дела нет, вставай! Yanking Jesus to wake him up. А то во сне так и сдохнешь. Дорогие, о чем это говорили? О том, что и у Иисуса фундаментальная истина, ничего не приключится мне, потому что Отец со мной. Jesus's foundational truth is that nothing will happen to me because the Father is with me. А у них это была всего лишь моральная истина. У них Бог в лодке был, они ничего не понимали. But then for them it was a moral truth. God was in the boat with them. They didn't understand a thing. Дорогие мои, кто-то понимает, что такое моральная истина и фундаментальная истина? So difference, do you get it? Moral truth, foundational truth. Дорогие, вот где начинается трансформация. This is where the transformation begins. Всякий раз, anytime, когда моя фундаментальная истина неправильная, when my foundational truth is wrong, я начинаю исповедовать, а Бог не оставит меня, а я специально ничего не буду делать, потому что проверю моего Бога. I will proclaim, God will not leave me, and I will not do anything to test my God. Библия говорит, испытайте меня, не откройте. The Bible says, test me to see if I don't kind of fall away from you. Бог бросает нам вызов испытать Его, пожертвовать, отдать, просто успокоиться, отпустить бразды правления и дать Богу управлять этой лодкой нашей. He allows us to challenge Him to see how much He can do in our life by letting go of things. То есть моральные истины – это то, что ты знаешь, то, что ты выучил, то, что в библейской школе нам преподавали. Things that are learned, things that are taught in the Bible college. Хорошие моральные истины. Жен надо любить. А почему у нее глаза с синевой? А? Moral truth is that love your wives, definitely, but why are her eyes suspicious? Это не тени под глазами. Oh, why? It's not makeup she's wearing, eyeshadow under her eyes. Это фонарь под глазом от любящего мужа. It is a black eye from the loving husband that she has. Да, твоя моральная истина, жен на руках надо носить. И ты носил иногда, но иногда, and на 8 марта. Moral truth that you need to, you know, carry your wives in your arms. Но на 9 марта. But it's only on Mother's Day does that happen. Or Women's Day. Whatever. You get the point. Итак, семья. Вы должны бросить
вызов своим фундаментальным истинам. So you need to challenge your foundational truths. Я не хочу шутить с вами. Я до сих пор работаю над моими фундаментальными истинами. В моей жизни еще не все так, как я хочу. No joke. I'm still working on some of my foundational truths. Things are not as I want to. Но я знаю, что должно быть и на чем моя жизнь должна строиться. Things aren't as I want them to be, but I know where I want my life to be. Это очень практическая тема, очень практический совет, потому что вам сейчас нужно будет с понедельника начать вылавливать ваши фундаментальные истины и проверять их, на чем я стою. This is very practical. I mean, starting on Monday, you have to start catching these things of what you're standing on, noticing them. Неважно, какая сфера. Ты хорошо знаешь истину. Надо отдавать десятину, влюбить Бога, молиться по утрам, преломление принимать, поклоняться Ему, читать Библию. Дорогие, но это всего лишь хорошая моральная истина. But you have your good moral truths of how you need to live your life in daily ways as a Christian. Ну, сам ответь себе на вопрос. Ты зубы чаще чистишь и кофе чаще пьешь, чем проводишь время в тайной комнате. But let's be honest. You brush your teeth and drink coffee more often than you spend time in your prayer closet. Прокатай это шоссе общения с Богом настолько огромное, что ты будешь вставать, и первая мысль будет быть с моим любимым отцом. Pave that highway in your mind that you wake up and you start thinking of him first thing. Я настолько прокатал это, я не могу ни одно утро провести без него. I mean, I paved my head so much that I can't spend one morning without him. У меня другой мысли даже нет. Я говорю, ой, я забыл. Ха-ха-ха-ха, попался, да? Потому что шоссе забыть невозможно. I never even have a thought that like, oh, I forget. But you cannot forget your highway. Ты забыл общаться с Богом? You forgot to communicate and... Некоторые говорят, да я на неделе вообще забыл, что я христианин. О, Боже. It's like saying that you forgot you were a Christian. My goodness. Мне тебе соболезную, брат. Like, my condolences to you. Моральная истина — это то, что ты знаешь, понимаешь и уважаешь. Moral truth is things that you know, the things that you respect. Это то, что ты говоришь своим друзьям в твоих советах им. What you say to your friends when you give them advice for life. Тебе задают вопрос, и ты хорошо говоришь, знаете, моральные истины, чтобы он на них строил. When you're asked the question, this is how you answer for your friend to build on those moral truths. Но роднюлечка ты мой, ты на них строишь? But hey, how about you? Do you build on them? Ты говоришь то, на чем ты строишь, или на чем ты тоже хотел бы строить? Do you speak on the things that you're building on or the things that you would like to build on? Ну, слава Богу, у тебя есть откуда начать, и это уже хорошо. But you're okay. You slide by. Фундаментальная истина — это то, во что ты веришь, строишь и на этом основываешься. Foundational truth is the things that you believe, things you build on, and you're based on. Дорогие, фундаментальные истины — это то, что происходит подсознательно, не задумываясь, каждый день или какая-то ситуация, которая приходит. Foundational truth that they happen subconsciously daily. И мне Бог много лет назад бросил вызов. Он говорит, я хочу, неважно, что в твоей жизни, какой шквал, какое предательство, какая нехватка, или какой, что бы в твоей жизни ни происходило, я хочу увидеть, как ты спишь во время шторма. Many years ago, he threw me a challenge, but he's like, I want to see how you sleep during the storms of your life. Я вам честно скажу, Бог мой, несколько штормов пришлось не поспать, жена знает, вдвоем. I mean, I had a few sleepless storms. А сейчас знаешь что? But now? Сейчас что там колыхнулось? Мы с этой переглянулись. There's a little bit, you know, rocking in our boat. We Серьезно, look at each other. На данный момент я могу честно сказать, что вот в том моменте, опять же говорю, один из моментов, мы с женой сдали экзамен, потому что, Бог мой, что это делало с нашим сердцем, эмоциями и нашей душой? Нереально. At one point, you know, I can honestly say that we passed our test because what was done to us with our feelings, our emotions was unreal. Я точно был как ученики в лодке. I was definitely like the disciple in the boat. Я ничего сделать не мог. Couldn't do a thing. Со штормом ничего сделать не мог. Couldn't do anything to the storm. Само ничего сделать не мог. Couldn't do anything with myself. И смотрю на Иисуса, а он молчит. Вы знаете такую ситуацию? Вот молюсь, Иисус молчит. And you look at Jesus and he's quiet. И мне Дух Святой сказал, что делает Иисус? And the Holy Spirit's like, what is Jesus doing? Я говорю, ничего. He's like, I'm like, nothing. Говорит, делай то же самое. He's like, do the same. Серьезно, некоторые люди говорят, really? Что во время шторма делать? Что делать? Вот спокойно, успокойся. What do I do? What do I do? Hey, just calm down, calm down. Это взяло практику, сразу гарантирую, это не сразу. It took practice, it was not natural for me. Но потом попустила, потом я, а что я вообще переживаю? And instead, letting go, and then I'm like, why am I even worried? Ну, мое время вышло. But my time... Ну, так вышло! To come, а если не вышло? And if it didn't... Дудки сатана, ты что-то сделаешь!
then, you know, you can't do a thing, so кто-то see ya. Do you Дорогие, get that? Нет смысла вообще переживать! Потому что в лодке я ничего сделать не могу. Because I can't do anything in that boat. И мой танец, крики и психи ничего не изменят. And me freaking out isn't helping anything. Вот это фундаментальная истина. So that is foundational truths. Это шоссе, по которому едет наша жизнь. That our life is moving on. Итак, домашнее задание вам. С понедельника вылавливай фундаментальные истины. Homework to you. Starting Monday, catch these foundational truths. И если она не основана на слове, духе и откровении от Бога, меняем это. And if they are based on the word and the spirit, then get them out of your life. Вы знаете, мне уже, мне очень часто стало даже как-то, ну, за себя и за мою жену немножко стыдно, потому что люди прибегают к нам в шоке. Пастор, что делать? Что делать? А я говорю, да ничего не надо делать. Какой ты пастор, не понимающий меня вообще. It's almost starting to get a little embarrassing. You know, we're so calm, and then people come to us panicking about life events. Я отвечаю с позиции, который отпсиховал 10 лет, ничего не достиг и успокоился. And then I respond saying like, hey, it's all good, just calm down. That's coming from 10 years experience. Если ты меня не понял, я просто пускаю тебя в процесс. Тот же самый процесс, что я прошел. If you don't understand me, I'm just nudging you towards the same process that I went through. Проверь, как работают психи в реальности. Test, go test how you freaking out, how that, what that will do to you. Если твои психи сработают, приди научи меня. Я хочу знать тоже. If your tantrums work, then come show me, teach me. Мои не сработали. Mine didn't work. Мои психи больше психов порождали. They just kind of escalated. Вокруг меня психовали все. Жена психовала, дети психовали, и попугаи орать начинали. Свет, ты помнишь, когда мы психовали, как они орали? Everyone would start to forget Я вам серьезно говорю, мы начинаем психовать. Попугаи, откуда они чувствуют? Они орать начинают в клетке. У кого-то попугаи есть? My kids, my wife would start to freak out. Even our parrot. Они у вас орут, когда вы психуете? Our parrot would start to freak out too and make these sounds. Man, наши орут. А потом, вы знаете, последние 5 лет попугаи не орут. Я говорю, And then last few years, you know, our parrots have been quiet. Наверное, что-то достигли. That's a reflection of our lifestyle. Попугаи перестали психовать. The parents have calmed down. Это шутка, но в ней доля правды. I mean, there is a joke, but sliver Итак, of truth. Итак, давайте еще одно место из Библии. Очень классно. So another passage, let's read. Слова Иисуса. The words of Jesus. От Луки 8:18. Luke 8:18. Семья, вы что-то берете для себя сегодня? Are you getting anything for yourself? Практически. Я хочу вам просто практически что-то подарить. Practical чтобы ты реально, ты раз в ситуацию попадаешь, и я хочу, чтобы эта тема у тебя бим, включилась, и ты моментально перепроверил, отбалансировал, откорректировал, на чем ты строишь, что ты знаешь, и что является фундаментом. When you're in a situation, I want you to remember this teaching so you know how to respond and react better. Amen. Итак, от Луки 8:18. So 8:18. Luke 8:18. Итак, следите за тем, как вы слушаете. Секрет здесь как. So pay attention to how you hear. The secret is how. Слушай, еще больше будет дано тому, у кого есть внимание к слову. Вы слышите, как в оригинале написано? To those who listen to my teaching, more understanding will be given. Семья, вы знаете, что это место одно из самых непонятых мест. Кому дано, будет дано, у кого нет, того не будет. Чего? Логику объясните, у меня ж нет, как заберется и то, что я хотел бы иметь. This is a very misunderstood passage. У того, у кого есть, будет, а у кого нет, не будет. Дорогие, the one who has will have, the one who doesn't have, like, doesn't make sense. Здесь все базируется из понимания фундаментальной истины. У кого есть фундаментальная истина, приложится и будет. Everything here is based on those who have the foundational truth, they will be added, they will be given more. Да? А у кого, смотри, у кого есть внимание к слову, а у того, у кого нет, будет взято и то, как ему кажется, что у него есть. But those who are not listening, even what they have, their understanding will be taken away from them. Другими словами, то даже, что ты хотел иметь, не имея истины, никогда не получишь. Even what you want to have, not having the foundation, you can't have. Ты сейчас услышал вот этот силу этого месседжа? Did you hear the power of that message? Тот, кто имеет фундамент, ему дастся. Has the foundation, he'll Тот, у кого нет внимания к слову, нет базы на слове, one, заберется и то, что он якобы думает или хотел бы иметь. Who's not based on the word, it will be taken away from him, not even given in the first place. То есть, что ты знаешь истину, the fact that you know the truth, ничего не изменит в твоей жизни, doesn't change anything in your life, если ты не базируешься на истине. If you're not based on the truth. И вот где отличаются вот эти две категории христиан. And here's where the two categories of Christians really come to the light. Христиане с хорошими намерениями, с хорошим моральным фундаментом. The Christians with good intentions, good moral foundation. У кого ничего не происходит. Who they have nothing going on, nothing happening.
И есть люди, у которых фундаментальная истина. And the people who have a foundational truth. Это не то, что ты видишь, а от какого фундамента, от какого фундамента ты видишь, из чего ты видишь. It's not what you see, it's what foundation are you seeing out of. Фарисеи видели чудеса и не верили ни в Иисуса, ни в чудеса. Pharaohs saw miracles, but they didn't believe in miracles or Jesus. Еще один очень важный момент, который я сейчас хочу строить на этом тоже. Семья, вы думаете, откровение закончится? Еще нет, я еще не закончил. We're not done yet, so keep listening. Еще один момент, и я буду закругляться. Я буду закругляться. Обещаю, обещаю. One more moment, and then we'll conclude. Я не потрачу ваше время. Вам будет это очень интересно. I will not waste your time. It's interesting. Еще одна истина. То есть, начнем с примера. Let's start with an example. Ты включаешь новости. You turn on the news. И по новостям ты видишь перестрелку, которая около банка произошла. Кто-то погиб, кто-то кого-то застрелил. And you see a shooting that happened by a bank. Вау, серьезно, я честно, я не люблю эти вещи смотреть, мне это потом, ну, ты расстраиваешься, аминь? Ты расстраиваешься, люди умирают, это очень неприятно, некрасиво, отвратительно. I don't like watching those things, it's so unpleasant. Я потом, да, лучше бы эту новость не смотрел, она застряла в моей голове на целый день, теперь думаю об этом. And I'm like, dang it, I shouldn't have watched the news, it's stuck in my head all day. Второй сценарий. Second scenario. Ты сел посмотреть голливудский какой-то боевичок, и там точно такой сценарий перестрелки около банка. You sit down to watch a movie, and in that movie there was the same situation happening. Заметь, у тебя будет абсолютно другая реакция. Note, you have a totally different reaction. Не потому, что ты привык к смерти, нет. Not because you're used to death. Нет, mm-hmm. Мы никогда к смертям не привыкнем, семья. Это ужасная вещь. Never used to death, it's horrible. Люди на войнах даже получают такие травмы, от которых потом или не освобождаются, или очень много времени освобождаются. You know, at war, soldiers, you know, really struggle with PTSD with that. А оказывается, but в нашем сознании есть две коробки, в которых все базируется, и которые базируются на этих двух фундаментах. Слушайте внимательно. Первое, почему ты отреагировал на перестрелку настоящую, очень жестоко, больно и неприятно тебе было? First, why did you respond to that first shooting in such a harsh way? Потому что первая ситуация по новостям настоящая вошла в твою коробочку в твоем мозгу под названием реальность, реальные события. Because that first shooting that happened in a bank in real time in the box of like real life events. Когда ты сел смотреть фильм, ты знаешь, что это актеры, и это не кровь, это кетчуп. When you're watching the movie, you know it's actors, you know it's ketchup, not real blood. И ты откладываешь эту историю в фильме в коробочку под названием фикция, нереальность, игрушка, игра. And you categorize that in the box that says make-believe, pretend. Вот почему ты абсолютно, ну, абсолютно не можешь смотреть это и даже не обратил внимания на это. Просто фильм. Why the different reactions based on those two things? Через неделю даже забыл. А то вообще не выходит из твоей головы. Почему? Потому что у тебя есть реальность и фикция. Сознание все разделяет на две вещи. Реальность и фикция. Our consciousness really compartmentalizes things with fiction and reality. Окей. Именно поэтому христианство... Вы знаете почему, дорогие? Вы знаете почему христианство такое слабое, такое недвижущееся, неверующее Богу? Christianity is so weak, so little faith in God. Семья, потому что, честно, положа руку на сердце, Бог и Библия находятся у нас в мифах и в фикции в нашей коробочке сознания. Because God and Bible, they're in the fictional box in our mind. Семья, реально, когда мы с вами приходим к чему-то серьезному, мы даже мы не идем к Богу, мы откладываем Бога и идем сами там что-то делать. Вы знаете, о чем я говорю? When we encounter something real, we don't run to God, we try to do it ourselves. Бог у нас это так, знаете, это recreation, это хобби по воскресеньям. God is like a recreational activity on Sundays. Он должен стать твоей коробочкой реальность, жизнь. He needs to be your box that says reality, life. А все, князь этого мира и эта реальность должна стать фикцией. Вот как Иисус ходил по воде. But everything in this world has become in that fictional box. That is how Jesus walked on water. Потому что Иисус строил на истине реальность и фикция. У христиан наоборот. Реальность и фикция. Because he built on the truth. For him it's reality, fiction. For us it's opposite. Реально, когда мы с вами подходим к самому тяжелому периоду нашей жизни, Бог в коробочке фикция. When we come to the most difficult part in our life, God is in that fictional box. И когда много лет назад, еще до открытия церкви, Бог подвел меня к этому и говорит: «Сын, ты не веришь в меня. Ты просто веришь в идею обо мне». Many years ago, he really highlighted that to me. He's like, you don't believe in me, you believe in the idea of me. Ты не строишь мою жизнь на мне. Ты строишь сам на себе
You don't build your life on me, you build your life yourself. И когда приходит самая тяжелая ситуация в твоей жизни, ты никогда мне эти ситуации не даешь. Ты пытаешься все сделать сам. And when hard situations happen in your life, you try to do it yourself instead of giving it to me. И я в своей тайной комнате, я покаялся перед Богом. И я просил Его, адресуй всю фикцию насчет тебя в моем сознании и вымей ее оттуда. And in my prayer closet, I really repented and I said, hey, highlight to me all those aspects of my life and clean them out. И вот, почему у нас с вами Бог живой в нашей жизни? Кто-то понимает? Я понимаю, что я говорю к вам. Вы живые люди. Я знаю, о чем я говорю. I know who I'm talking to, and I know that God is living in your life. Но я обращаюсь к тем, которые сейчас... Поймите, я когда говорю, это не просто так. Дух Святой прямо сейчас адресует вещи в вашем сердце и в сердцах многих людей, которые смотрят. But I know Holy Spirit is addressing some things in your life and the people who are watching. Ты хочешь перейти в следующий уровень? Это не следующая крутая книжка о фиктивном Боге, в которого ты не веришь. You want to transition your life? It's not yet another book in your fictional God that you believe. Это не следующее фиктивное служение чудес и знамений, в которое ты просто пришел, понаслаждался и ушел опять в свои фундаментальные неправильные истины. Or a service that you come to witnessing signs, wonders, and miracles, and then go on with your ordinary life. Бог хочет стать в твоей жизни живым христианином. He wants to be alive in your life. Он хочет дать тебе тест, и ты должен пройти его на пятерочку. He wants to give you a test which you should pass with an A. Дорогие мои, сколько по Библии мы берем личностей, которые были в этих ситуациях, где Бог и только Бог, и проверялось, кто по-настоящему живой, а кто фиктивный. We see so many examples in the Bible of those who were tested, and we see who is real and who is fictitious. Иисус сделал уникальное заявление, еще одно место, последнее место. So, one more passage we will read. От Иоанна 8:31. Да, книга от Иоанна 8:31. Matthew? No, John. I'm sorry, John 6:21. No, 8:31. I'm sorry, 8:21. 31. 31. We'll get there. Eventually we're going to get there. 31. От книга от Иоанна, 8 глава, 31. John 8:31. Тогда Иисус стал говорить ученикам и иудеям, которые уверовали в Него. Слушайте внимательно. Jesus said to the people who believed in Him. Если вы будете продолжать следовать моему учению, if you are truly my disciples, то воистину станете моими учениками. You will remain faithful to my teachings. Вы постигнете истину, и истина принесет вам освобождение. And you will know the truth, and the truth will set you free. Одно из очень популярных и известных мест из Библии. Very popular, scripture. Семья, до тех пор, пока я взял слово «истина» и полез в греческий словарь. Until I took that word truth and started researching its Greek origin. Вы знаете, что вот здесь, когда Иисус сказал, вы постигнете истину, или Он есть истина, то есть постигнете мою истину, скажем. When He said, you will know my truth. И эта истина вас освободит. And that truth will set you free. Вы знаете, что в греческом слове слово «истина» переводится «литха». In the Greek, it translates as "letha". Знаете, как это переводится? Do you know the translation of that? Меня это сразу освободило. Это переводится реальность. It liberated me because the meaning is reality. Знаете, что Иисус говорит здесь? The Jesus said. Когда вы познаете мою реальность. When you get to know my reality. Вы будете строить на этом и будете полностью жить свободно. You will build on that and live freely. Поймите, семья, "letha" — это не просто слово, относящееся к другой правде, которая приходит в твое сознание. "Letha" is not the alternative truth that comes into your consciousness. Он говорит, вы познаете мою реальность, выйдете из этого и войдете в мою реальность, и тогда все в вашей жизни будет совершенно по-другому. You will get to know my reality and leave this reality and come into my reality and things will look different in your life. Другими словами, звучит это место так. In other words, если вы будете следовать моему учению, if you follow my teaching, то вы познаете мою реальность. You will get to know my reality, и на этой реальности будете основываться и строить, и это принесет вам полное освобождение. And you will be based on this reality, which will bring you complete freedom. Цель Духа Святого — сделать Слово, и, Слово Бога и Его Царство реальным. The goal of Holy Spirit is to make the Word and His kingdom reality. Семья, а царство князя этого мира — фиктивным. But the kingdom of the king of this world is fictitious. Семья, поймите, деньги — это все фикция. Это все, дорогие, благословение — это реальность. Money is fictitious, but blessing is reality. А в благословении все. Там и деньги, и здоровье, и любовь, и уважение, и прорыв. Кто-то понимает? Благословение Бог хочет дать. But blessing, it's all inclusive, and that's what He wants to give us. А мы зациклились на фиктивной бумаге, которая никогда счастья не приносит. But we're hung up on this fictitious piece of paper that doesn't bring happiness. Дорогие, Бог хочет поменять реальность, но мы вот здесь даем Богу разрешение ее менять, или мы застреем и буксуем на этой реальности. He wants to change our reality, but we are stuck up here and we don't let Him.
Другой сценарий, ты попадаешь в ту же самую ситуацию с потерей работы. Another scenario, you get, another example is you're in the same scenario, you lose your job. Потерял, нечем за дом платить. I can't pay my bills. Но у тебя обновленный ум, в котором полный покой. But you have a renewed mind that has total peace. Потому что теперь ты не просто знаешь. Because now you don't just know. А веришь и основываешься на том, but you believe and you're based on, что Небесный Отец никогда не кинет своих детей и всегда позаботится о них. That the Heavenly Father will never leave his children. He'll always look after them. Ты спишь спокойно, живешь нормально, тебя ничего не напрягает. You live and you sleep in peace. You're not pressured in any way. Вот почему Иисус, как я сказал, спал в лодке. Вот почему Петр в кандалах дрыхнул в темнице, на утро ему должны были голову срезать. That's why Peter was sleeping peacefully as he's in chains when he's about to get his head chopped off. Скажите мне, какими нервами можно обладать, чтобы на утро тебе должны срезать голову, а ты дрыхнешь? What kind of nervous system do you need to have in order to pull that off? То, о чем я сказал. What фундаментальная I said? Истина. Foundational truth? Фундаментальная истина о чем говорит? That says what? Если мое время пришло, отдам мою жизнь с честью. If my time has come, I will give my life with honor. Если мое время не пришло, никто не тронет мою голову. If it's not my time, then no one can touch me. Что в этом случае делать? What do you do? Спать! Sleep. Кто-то понимает, о чем я? Do you get it? Семья, вот это то, что доказывает, что у тебя, и что получилось, не время было уйти Петру, и что получилось? Пришел ангел, разорвал цепи, открыл ворота, никто ничего, и он пришел еще, там ломился в здание, и не верит, что это он, думали, что там ангел его пришел. So what happened? It wasn't Peter's time, and we know how the story unfolds. Кто-то со мной. Are you with me? Итак, твое сознание, смотрите, здесь твое сознание, да? Here your consciousness. Входит в папку «Реальность» comes into reality, и находит там слово Бога «Истину». And finds the word of God as truth, а страх, неуверенность и разочарование but faith, disappointment and lack of faith, теперь находится в папке под названием «Фикция». Are now under the category of fictional, fictitious. У меня вопрос ко всем, кто слушает, смотрит меня. So my question to the audience, в какой папке твоего сознания находится Небесный Отец и Его Слово? In what compartment of your mind is the Father and His Word? Когда по-настоящему у американцев есть такое выражение when rubber meets the road. American. Когда действительно приходит when the push come to shove. Как перевести это по-русски? American sayings we have. Push comes to shove and when rubber meets the road. Когда действительно вот должно произойти. Ты должен вот сейчас доказать. Да? Here, it's go time now. Вот в этих моментах, семья, внимательно наблюдайте, потому что именно там вы увидите ваш фундамент. Carefully observe, because then that is where you'll see the answer. Сидя на стуле, люди с фундаментальной истиной и с моральной истиной будут казаться одинаковыми. Sitting in the chairs as an audience, they both kinds of people will look the same. Но по-настоящему проверен фундамент будет, когда все, когда больше некуда, ни направо, ни налево. Ты должен встретиться лицом к лицу с этой вещью. But really, when push comes to shove, you'll kind of really encounter those things. Последнее место, обещаю, все. Last passage, I promise, this is it. Если кто Библию не читал, сегодня будешь чувствовать себя спокойно, на неделю почитал. And if you don't read the Bible, you'll get plenty of it today, so. От Матфея 6:31. Matthew 6:21. Последнее и молимся. Matthew 6:31. Да, Матфея 6:31. Итак, не тревожьтесь. Вы знаете это место. Ох, как я люблю это место. I really love this passage. Не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеваться. So don't worry about these things, saying, what shall we eat, what shall we drink, what should we wear? Это для язычников главная забота. These things dominate the thoughts of the unbelievers. Что-то до ваших нужд знает обо всех них Отец ваш Небесный. But your Heavenly Father already knows of all your needs. И здесь ключ. Царство Божье и Божья праведность. Вот к чему должны вы стремиться. And so here's the key. Seek the kingdom of God above all else and live righteously so He will give you everything. Да, вы должны стремиться прежде всего, а остальное все будет дано. Семья, дано. Повторите, дано. So look at, he says, given, given, repeat, given. Дано в придачу. Given as an extra, as an additional. Поэтому, дорогие, я прошу вас, возьмите сегодня вот эти простые ключи. So take these simple keys of today. Но абсолютно фундаментальные для нашего роста во Христе. But totally foundational for our growth in Christ. Сделайте тест вашим истинам. And test your truths. И действительно докажите себе, стоите ли вы действительно на фундаменте Бога. And really prove to yourself, do you really stand on the foundation of God? Или это всего лишь религиозная игра с красивым фиктивным Богом и с моим хобби по воскресеньям.
Or is it just a make-believe pretend religious rituals that I do out of habit? Amen. Amen. Давайте мы встанем. Давайте мы поднимемся себе. Просто закрой глаза. Если кому-то сейчас нужна молитва, семья, я приглашаю вас вперед. So just close your eyes, but if anybody needs prayer, I invite you. Если действительно что-то тронуло тебя, и у тебя есть другая нужда, у тебя есть нужда в теле, у тебя есть нужда в душе, в сознании, тебе нужно, чтобы кто-то из команды, кто-то прикоснулся в согласии и помолился с тобой. If you were touched by something or you have a need in some way, please come to the front and we'll pray for you. Пожалуйста, всегда используйте это время. Да, пожалуйста, выходите. Please, все, кому надо, не стесняйтесь, семья. Это все семья. Мы все помогаем друг другу. Don't be shy, we're family, we help one another. Тот, кто выходит, наоборот, мне это доказывает о силе человека, а не о слабости. If you come to the front, it's confirmation of the power of God. Молитвенная команда, пожалуйста, если кому-то нужна нужда, молитва. Господь, я прошу Тебя, закройте глаза, пусть ничего не отвлекает вас. Close your eyes, don't be distracted. И просто скажи Ему, Отец, помоги мне сделать Тебя моим фундаментом. And say, Father, help me make You my foundation. Да, я когда-то говорил, я Твой. I said once that I was, that I'm yours. Любимый, но когда приходит действительно тест, я чувствую, что что-то в моей жизни не то. But when test comes, I feel something's off in my life. Я прошу Тебя, трансформируй мое сознание. Transform my consciousness, my mind. Исцели мое понимание. Heal my understanding. Восстанови мои дороги, мои шоссе в моем сознании. Restore my pathways, my highways of my mind. Все то, что, Господь мой, было фикцией, которое было словом, то, что я не верил, пожалуйста, исцели, восстанови. Everything that was fictional, that was the word, please restore and renew. Я говорю тебе, ты моя реальность, ты мой Бог, ты мой фундамент. You're my reality, you're my God, you're my foundation. Не заботы, не недостаток, не хватка чего-то, это не является реальностью. Not the busyness and the pursuit of this life. Это короткий период фикции, который уйдет очень скоро из нашей жизни. It's a quick fictional time period of our lives that will flee. Я строю на тебе, и я верю тебе. But I build on you, I believe in you. Я благодарю тебя, любимый. I thank you, beloved. За этот фундамент, на котором мы строим. For the foundation that we built on. Слово Бога, истина Бога. The word of God, the truth of God. Спасибо, родной. Thank you, beloved. Спасибо, родной. Thank you, beloved. Я прошу сейчас за тех, кто впереди, Бог. Ты знаешь нужды. I pray for the ones up front. You know their needs. Ты знаешь боль. You know their hurts, their pains. Ты знаешь раны. You know their wounds. Я прошу тебя прямо сейчас, коснись. I pray right now, touch them. Все, кто смотрят нас, Бог, все, кто не могут здесь физически быть, мы молимся за них. Those who are watching, we pray for them. Мы просим, Отец, коснись всех, кто сейчас подключен к нам и нуждается в тотальной реформации сознания. Touch everyone who's watching. Right now, who needs a total transformation of Я прошу тебя, пусть придет исцеление мозга. Let the healing come to their minds. Я прямо сейчас разрушаю все твердыни и ложь дьявола в сознаниях детей Бога. And we break all the strongholds and devil's lies in their lives. Во имя Иисуса Христа, Дух Бога, адресуй всю ложь в сознании твоих детей. In the name of Jesus, God, address the lies in your children's minds. Разрушь эту ложь, где люди верят, что ты не помогаешь, когда действительно настолько время ты отходишь. Address the lies that they don't believe that you're there for them. Ты не входишь, потому что мы не верим. But you don't come because we don't believe. Мы не стучим в эти двери, мы не просим. У нас всегда есть план Б, план В, план Г. We don't knock, you don't answer, we don't, because we don't knock, we have our own plans. У нас всегда есть свой план. We always have our own plan. А ты хочешь стать нашей надеждой и нашим фундаментом. But you want to be our hope and our foundation. Переведи, Господь, христианство наших дней из фикции в реальность. Move the Christianity of our days from fictitious to the real. Потому что Бог в наши дни стал просто одним из героев в фильме Marvel. Because God of our days became a hero in yet another movie or a novel. Там, где просто Бог один из каких-то супергероев, но мы не верим, что Он в нашей жизни. Я прошу тебя, любимый, перерисуй нашу реальность. And I ask you, beloved, redraw our reality. Открой нам свою реальность, на которой мы будем строить. Reveal your reality that we will build on. Прямо сейчас исцели раны, которые ложь нанесла в сердцах детей Бога насчет тебя. Right now, heal the wounds.
wounds that the lies have caused. Все, что дьявол хочет, это чтобы ты ненавидел Бога, не верил Богу, разочаровался в Боге. What the devil wants is for you to be disappointed and not believe in God. Дьявол хочет стать твоей реальностью, а Бога сделать фикцией в твоей жизни. The devil wants to become your reality and make God the fiction of your life. Вот почему мы переносим столько боли, проблем, потому что мы живем другой реальностью. That's why we experience so much pain is because we live in a different reality. Мы посвящаем наши жизни тебе, Иисус. We dedicate our lives to you, Jesus. И мы сегодня говорим тебе: высвети всю ложь и адресуй ее. And today we say, highlight all the lies and address them. В процессе следующей недели, следующего месяца, нового года, адресуй всю ложь и фикцию. As we come to the conclusion of this year, address all the fictions and fictional lies. Я хочу верить в моего Бога, я хочу знать моего Бога, я хочу ходить с моим Богом. I want to know my God, I want to see my God, I want to walk with Him. Для меня это не игра, для меня это фундамент вечной жизни. And for me it's not a game, it's a foundation of my eternal life. Я благодарю тебя, любимый, за сегодняшнее время, сегодняшний день. Thank you, Lord, for our time together, for our day. Я благословляю нашу большую семью локально и глобально. I bless our local and our global family. И я верю, Дух Бога прямо сейчас войдет, коснется, адресует и исцелит твое сердце. I believe the Spirit of God will come and address and heal your heart. Запомни, папа любит тебя. Remember, the Father loves you. И ничего не можешь ты сделать или наоборот провалить какую-то вещь, чтобы он перестал тебя любить. You can't do anything or fail at anything for him to stop. Его любовь вечна, его любовь недвижима по отношению к тебе. His love is everlasting, it's unshakable. Христос позаботился на кресте о том, чтобы ты никогда не переживал ни о чем. And the Christ made sure of that on the cross that you would be worry-free. И если у тебя есть боль или проблема, адресуй ее, покайся в ней и двигайся в любви Бога. And if you have pain or problem, address them and then move in the love of God. И Бог поможет тебе созреть. And he will help you mature. И оставить ценности этого мира. And leave the values of this world behind. Спасибо, любимый папа. Thank you, Father. И все сказали. And everyone said. Amen, amen, amen. Воздайте ему славу. Такая хорошая атмосфера. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Присаживайтесь, родные. Если кому-то нужна молитва, можете продолжать молиться. Мы никого не торопим. If you want to continue praying, feel free. Дорогие, дом мой, Господь сказал, домом молитвы наречется. Called the house of prayer. Поэтому молитва в этом доме — это приоритет перед всеми делами. So the prayer in this house is a priority above all things. Это фундамент этого центра. It's the foundation of the center. Папа, спасибо. Father, thank you. Хорошо.